Hello, everybody. Let's play Gimmick for Dandy. А эта часть видео будет больше интересна русскоязычной публике. А точнее, в чьем детстве были вот такие вот чудесные коробочки и видеоприставка вот с этим слоником. Ну или другой фамиклон. Но на эту тему уже много написано и сказано, поэтому сразу перейдем к нашему редкому картриджу для Денди. Это гиммик. Ну, для Дэнди или для любого другого фамиклона. У него отличное состояние. Но вот самое интересное, это вот эта надпись. Римакс. Кто такой Римакс? Внук Карла Маркса, который на постсоветском пространстве, начитавшись дедушкиных трудов, типа «Капитал», решил замутить бизнес. Непонятно, в общем. Я поискал информацию и так ничего не нашел. Но если мы, например, вобьем фразу «купить картриджи Remax» или просто картриджи Remax, то вот найдем, пожалуйста. Что могу сказать по этому поводу? Как выяснилось, и может быть кто не знает, Remax — это не маскот, ну то есть не какой-то фирменный бренд, например, как вот наш Dendy, или еще там какой-нибудь Битман, или Дендик,
Может, помнит кто. А это всего лишь... Вот, собственно, и все. Но данные картриджи действительно можно было купить в фирменном магазине Dendy в Москве на Красной Пресне. Просто вместо вот такой наклейки у них сзади была вот такая наклейка. То есть картридж Dendy с игрой Gimmick и вот с такой наклейкой не существует. Но то существует вот с такой наклейкой. Вот в таком исполнении. Ну, это опять же из той информации, которой владею я. Если у вас какая-то есть другая информация, напишите об этом в комментариях. Вот, собственно, все, что хотел сказать. Все, всем пока.